Лебедь, летучая мышь и морской конек. Нет, это не название животных в зоопарке, а трюки, которые выполняют на специальном спортивном снаряде. Алла Васильевна в свои 75 лет занимается полдэнсом уже 9 месяцев. Его величество случай привел меня сюда. Мне прислали друзья из Краснодара видео, где в Новосибирске женщина 62 лет висит на пилоне вниз головой. Я аж ахнула, дыхание просто замерло во мне. Как? А я этого не умею делать. Немедленно надо идти за новыми головокружительными ощущениями и за новыми головокружительными эмоциями. Сейчас это направление доступно практически каждому желающему. Для того, чтобы начать, не нужно предварительной физической подготовки. Тело привыкает в процессе. Главное, много и усердно работать над собой. Честно скажу, уставала. Но когда я поднялась наверх, я была таким счастливым человеком. А ведь что такое счастье? Это наше состояние души. Я вышла отсюда, иду по улице, и мне хотелось рассказать всему миру о том, что я все-таки победила, и я поднялась наверх. Опыт танцоров показывает, возраст эффектному исполнению и гармоничному телу не помеха, главное желание и вера в себя. Полдэнс – это разновидность танца, в котором исполнитель выступает вот на таком вот шесте или руре, сочетая в себе элементы хореографии, спортивной акробатики и, конечно же, гимнастики. Принято считать, что полдэнс – это не совсем приличные танцы, но мы сейчас находимся здесь для того, чтобы развеять этот миф. Изящество и грация – никаких ассоциаций с чем-то неприличным. Иван занимается на пилоне уже 8 лет. При всей кажущейся легкости этот танец требует выносливости, гибкости и ловкости. Многие считают, что такая хореография не для мужчин. Сам танцор парирует. Этот досуг – отличная альтернатива нагрузок в спортзале. К тому же, менее травматичная. Ваня, я тут посмотрел, мне очень понравилось, и я хотел бы тоже попробовать. Не мог бы ты мне показать несколько элементов? Ты делаешь так легко, что мне кажется, у меня тоже это получится. Но... Как говорила моя самая первая и единственная тренер, что самый лучший тренажер для тела – это пилон. Потому что тут задействованы все мышцы. В каждом элементе есть определенная нагрузка. Полдэнс – очень яркое направление. Танец соединяет в себе общую спортивную подготовку и хореографическую базу. По мнению Ивана, это сочетание помогает не только лучше разобраться в себе, но и завести приятное знакомство с красивыми девушками. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня.